Вот. Понятно, что о камнях можно говорить в самых разных аспектах, о живом камне и неживом камне у Белого говорили, и можно еще говорить, и будут говорить и в аспекте религиозном, и мистическом, и горы, и овраги, и много что. Но я выбрала сегодня самый примитивный, самый простой и даже, можно сказать, самый мелкий аспект. Это будут камушки. Причем именно камушки, а не камешки, потому что Белый всегда говорил и писал именно так, через «у». В качестве эпиграфа я бы предложила стихотворение Николая Глазкова, посвященное этой теме и написанное в 1941 году. Это важно, потому что это спустя годы, и важно еще и то, что Глазков Белого не знал, и о том, о чем он пишет, он узнал из легенд, преданий и мифов. Итак, эпиграф. Писатель Андрей Белый на Черном море бывал и очень правильно делал, что камешки собирал. Так, например, Гамлет, а до него Эдип не собирали камни, и кто-то из них погиб. Это Глазков. А я же эту тему выбрала не только потому, что Татьяна Владимировна со страшной силой давила и было невозможно не делать доклад, но также и потому, что в собрании мемориальной квартиры Андрея Белого, в которой я имею счастье или несчастье работать, есть некоторое количество камешков, которые были привезены Андреем Белым из разных мест, то есть некоторая, можно сказать, коллекция мемориальных камешков. Подлинность этих артефактов несомненна, потому что они получены от, не непосредственно от Клавдии Николаевны Бугаевой, вдовы Белого, но от ее наследников, и здесь нет сомнения в том, что это действительно те камешки, которые привозил Андрей Белый. Вот на этой фотографии это сборная солянка, а вот на это здесь у меня есть сомнения, но кажется, это все-таки крымские, коктебельские камешки, и вот это вот уже точно коктебельские камешки. Есть еще другие, но пока остановимся на этих. Каменная болезнь овладела Белым в 1924 году, когда он впервые приехал в Коктебель в гости к Волошину. Коктебельский пляж в то время изобиловал халцедонами, агатами, яшмами, сфердоликами и прочими драгоценностями. Их собирание было поветрием массовым, заразным, и к тому же оно поощрялось Волошиным. Макс говорил: «Как хорошо, что вы приехали. Сейчас вы заболеете сонной болезнью, а потом каменной, но это ничего, это пройдет», — вспоминала Остроухова-Лебедева. Белый заболел сразу, очень тяжело и надолго. «Сперва я хотел здесь пробыть с месяц, но решил остаться на все лето. Несколько недель ползал на животе, ошарашивая коктебельский пляж и собирая коллекцию камушков», — сообщал он Иванову-Разумнику. Ошарашить современников ему действительно удалось. Михаил Чехов рассказывал, кстати, Михаил Чехов тоже не был в Крыму и, значит, соответственно, знал, уже передавали другие по слухам. Михаил Чехов рассказывал, что Белый, далее цитата, «мешками возил разноцветные камушки с берега моря, из Крыма, в Москву, приводя своих близких в отчаяние. Между прочим, камушки он собирал, появляясь на пляже в одном лишь носке, другая нога была голая». Тайна одного носка, возможно, раскрывается признанием Белого Иванову-Разумнику. «Все было бы гармонично», — писал он после того, как рассказывал про успехи в собирании камушков. «Вот только всадил себе занозу в пятку. Лежу с огромным нарывом и корчусь от боли. Завтра будут резать». Несмотря на травму, на больной ноге, видимо, и был носок, Белый полностью отдался новому увлечению и, главное, имел успех. У многих гостей Макса были замечательные коллекции камешков, свидетельствовал Николай Чуковский. Но Белый в несколько дней обогнал всех. Недели через две после приезда он устроил выставку своих камешков на деревянных перилах своей терраски. И помню, коллекция эта поразила всех красотой, подбором, количеством. Белый относился к этим показам очень серьезно, а этих показов было много, и очень ответственно. У себя в комнате это воспоминания Петра Никаноровича Зайцева. Он создавал, как мозаичист, интереснейшие импровизации собранных камешков. Полюбуйтесь, вот это Ассирия, это Египет, а вот здесь итальянские школы, Тициан, Веронезе, Рафаэль, а это, смотрите, Монтенья. И созерцающие эти коллекции композиции бывали восхищены. Подробно одну из таких выставок, а может быть самую крупную выставку 1924 года, описала Наталья Северцева, жена Габричевского. Для выставки, как рассказывает она, были специально расставлены столы, и каждому из участников выделено место. Белый, дальше цитата, был крайне взволнован. «Я тут не помещусь. Их очень много, несколько десятков папиросных коробок. Я носила вниз коробки с камнями, держа руки около живота. Белый ставил одну на другую, пока не дошел до подбородка. Так, теперь несите и не трясите, осторожнее, не споткнитесь. Я, как осел, останавливалась около стола, и Борис Николаевич по одной коробке снимал сверху вниз и расставлял на столе камешки. Он подписывал каждую коробочку. Заря, закат Европы, думы и так далее. Камни, один, допустим, плоский, охра, лежал внизу, и его слегка прикрывал с одной стороны зеленый, а с другой белый. Кто-то тронул пальцем и подвинул. Боже мой!» Борис Николаевич схватился за голову. «Вы всю картину испортили». Из приведенных мемуаров видно, что Белый относился к своей коллекции как художник или как писатель, выставляющий свое творение на людской суд. К осени писал он с гордостью Иванову-Разумнику: «У меня было уже до 120 коробок с разного рода орнаментами с камней. И я для коктебельцев периодически устраивал выставки, располагая коробки по градациям орнаментальных линий и колоритов, моделируя свои мысли об истории, эволюции культур, от Атлантиды до культуры будущего». При этом Белый тщательно, так же как писатель и художник, фиксировал отзывы публики и авторитетных критиков. Так ему очень льстила похвала Бугаевского, о которой он и спустя годы рассказывал всем. Так Белый откровенно хвастался тем, что ученые с Карадагской биологической станции просили пожертвовать им коллекцию как образец петрографического анализа Коктебельского пляжа. Белый отказался, потому что она для него имела не научное, а художественное значение. А вот с самим Волошиным, который лучше всех знал толк в коктебельских камешках, Белый находился в серьезной полемике. Коллекцию Волошина он, как вспоминала Клавдия Николаевна, не слишком одобрил. Но и Волошин поначалу отнесся к коллекции Белого скептически. «Макс смеялся. Ты дрянь собираешь», – припоминал Белый в «Ветре с Кавказа», то есть спустя годы. «Ну, Боря, совсем не то у тебя, никуда не годится. Одни сплошные собаки, ни одного фирмампикса», передавала Клавдия Николаевна слова Волошина и последующую реакцию Белого. Б.Н. был возмущен. «Как собаки? Так я ж покажу, что такое собаки. Все целятся на красоту, на фирмампиксы. По мне хоть бы не было их. Зато из последних собак я сделал то, что все ахают». Фирмампиксы, ну, это полудрагоценные камешки на коктебельском жаргоне, а собаки, в общем, простая галька, так я понимаю. Вообще у многих коктебельцев были свои личные отношения с камешками. Волошин, видимо, собирал крупные образцы ценных пород. И думаю, что я не видела вот, образцов, собранных Волошиным, не знаю, сохранились ли они вот, аутентично, но, видимо, Белому его коллекция показалась слишком ценной и красивой. Были специфические пристрастия у Мандельштама, они до конца не прояснились. Так в Коктебеле, вспоминала Надежда Яковлевна, Мандельштам был молчаливый, ходил по берегу со мной и упорно подбирал какие-то особые камни. Совсем не драгоценный сердолик и прочие сокровища. «Брось», — говорила я, — «зачем тебе такой?» Он не обращал внимания. Брюсов, что симптоматично, вообще не болел каменной болезнью Коктебеля. Об этом пишет в мемуарах Петр Никанорович Зайцев. А вот Леонид Леонов постарался процесс коммерциализировать. Он, тогда Ленька Леонов, это вспоминает Наталья Северцева, собирал мальчишек и с ними вел торговлю. 1 рубль за чайный стакан маленьких халцедонов и 1 рубль за большой сердолик или фирмампикс. Накупил камней, но так как не понимал, что хорошо и что ерунда, то попросил ему отобрать и выставил, вероятно, на той же выставке. Но тут все каменщики запротестовали, и, несмотря на скандал, устроенным им, а еще больше его женой, его в компанию не пустили. У Белого же выискивание камушков на пляже было лишь первым и самым простым этапом работы. Далее начиналось, собственно, творчество. Камушки проходили тщательный отбор, систематизировались, вдумчиво раскладывались. Верхний слой составлялся из уникумов, вспоминала Клавдия Николаевна. Нижние же слои из фоновых камешков. Уникумы – это камешки, особо выделенные Белым за те или иные их индивидуальные качества. Фоновые камешки сами по себе ничем не замечательные, но дававшие необходимую гамму оттенков. Они укладывались чаще всего в продолговатых синих коробках от папирос «Таис». Очень удобный формат. Так находил Борис Николаевич. Вот в таких коробочках. Его. Снова вернемся к камушкам. Однако было одно серьезное обстоятельство, мешавшее поначалу отдаться чистому собирательскому наслаждению. Идиллию нарушало то, что Белый приехал в Коктебель не столько для отдыха, сколько для работы над романом «Москва», который надо было кровь из носа скоро сдавать и за который была уже получена предоплата. Думал писать эту повесть в Коктебеле, плакался он Иванову-Разумнику. Но 5 недель провел лежа животом на пляже. Коробкин все ждет своей очереди. Он должен быть начат, ибо живу на аванс за него. Заняты целый день бездельем, горестно сетовала Клавдия Николаевна в письме к Зайцеву. Б.Н. поглощен коллекционированием камней и не написал еще ни строчки. В мемуарах она подробно рассказала про мучительную борьбу страсти и долга. Первое время Б.Н. пытался еще как-то бороться с охватившей его каменной болезнью и вспоминал о романе. «Через 2 недели начну», – отвечал он нетерпеливо. А через 2 недели опять повторял то же самое, но с шутливой небрежностью, а иногда с раздражением. Наконец, в июле уже он заявил мне с запальчивым видом. Решил окончательно, а он с мая там был. Решил окончательно, что писать в Коктебеле не стану, и поглядывал неприязненно, будто я приставала, пиши да пиши. Однако каменная болезнь вскоре была претворена Белым в творческий метод. Как еще нужно писать? Я же пишу. Мои коллекции – это и есть мой роман. Собираю себе драгоценнейший материал, орнамент оттенков, интерференция красок. Весь слог мой изменится. Не могу опорвать этих опытов. Это опыты с словом. Оправдывался он сначала перед спутницей. По возвращении Белый дал уже вполне серьезное обоснование новому методу, а собирание камушков представил как новаторскую творческую лабораторию. 3 месяца жизни с камушками отложились в методе подхода к слову в Москве. То, что я проделывал с камушками, я потом стал проделывать со словом. Из 126 коробочек, в письмах раньше было 120, вы помните, из 126 коробочек с камнями, каждую я организовал по оттенку. Сложился профессор Коробкин, писал он Иванову-Разумнику. А это в «Ветре с Кавказа», это уже 27-28 год. «Москва», 1 том, в стилистическом, найденном мной в Коктебеле приеме, продукт собирания камушков. Я стал подбирать слово к слову так точно, как камушки я подбирал в Коктебеле. Этот творческий метод активно применялся Белыми после. В Кучино в 1925 году он увлекся собиранием листиков. А в 1927 году когда отдыхал на Кавказе, вновь был сражен каменной болезнью. Симптоматику новой кавказской каменной болезни можно проследить по дневнику Клавдии Николаевны. Давайте пока остановимся на этом. Вот записи ее о первых днях пребывания у моря. Нашли здесь камешки. Дорвались до камешков. Это как бы дневник ежедневной записи. Вот середина отдыха. БН занял весь стол кучками камешков. Следующая запись. Перебрали все камешки. Сложили экстракт из чуть ли не уникумов в одну большую коробку. Остальные груды выкидывали. БН все торговался, жалко выбрасывать. А вот предотъездные записи. Сделали еще раз осмотр камням. Фунтов 15 все же с нами поедет. Чтобы избавиться от лишней тяжести, решили отправить по почте. Забота теперь достать ящик и разложить все по коробочкам, чтобы не перепутать градации. Кавказские камешки отличались от коктебельских. Вместо сердоликов и хризолитов в коллекцию поступала тяжелая мрачноватая галька, орнамент которой, по признанию Белого, открыл ему перспективу серьезных исканий. «Батумские камушки станут мне томом вторым», объявил он в «Ветре с Кавказа», имея в виду роман Маски, отличающийся стилистически от московского «Чудака» и «Москвы под ударом», составивших первый том. Клавдия Николаевна подтверждала, что с кавказской коллекции он, цитата, «списывал краски на одежду, особенно на женские платья, и на обстановку, ковры, драпировки, обои, мебель, посуду». Более того, что практически невероятно, но она указала, какие романные описания восходят к конкретным наборам камней и к отдельным камням уникумам. Это и северский фарфор леопардовых колеров с пепельно-серыми бледнями, золотоватыми блеснями. Это и платья, зыбь, шелка зеленого, серое кружево, и чайная чашечка, пепельно-серые красные пятна. Список ею данных занимает несколько страниц. Но особенно дорог был, подчеркивала она, уникум с Цехизырского пляжа, камешек, по которому Белый писал Коробкина, халат Коробкина в масках. Фон голубо-серый с оранжево-карию и кубовую игрою пятен, где разбросалось по голубому пожухлому полю столпление пятен, оранжевых, кубовых, вишневых, терракотовых, пятна, схватясь, уходили в налет бело-серый. Она вспоминала, что Белый с того самого счастливого дня, как выудил этот камень со дна моря, дрожал над ним и хранил пуще зеницы ока. При отправке посылкой в Москву коллекции камней из Батума этот уникум в числе немногих других был отложен отдельно и проехал с нами весь путь до Кучино в наших ручных чемоданах, не сдававшихся в багаж. БН еще точно не знал, для чего ему понадобится этот камнюшка, но знал точно, он таит в себе нечто значительное. Любопытно, что Белый, привезя камни в Кучино и в Москву, не остыл к ним и по-прежнему их использовал в процессе писания и порой показывал, демонстрировал людям, устраивая у себя дома такие же выставки, какие он устраивал в Коктебеле. При этом существовал негласно ряд строгих правил и прежде всего не позволялось давать волю рукам, то есть перебирать и трогать камешки пальцами. Варварство, ведь не колупаем же мы красок в картине, мотивировал свое требование БН. Если гость смело выгребал из коробки приглянувшийся ему камешек, то Белый с выражением ужаса и негодования, едва сдерживая себя, отодвигал Таис подальше от предприимчивых пальцев любителя, и разговор на этом заканчивался. В 1931 году Белый решил сбежать из Кучино и сначала уехал в детское село, еще не объявив хозяйке, что он, видимо, уезжает навсегда. И он попросил Зайцева, своего друга и литературного секретаря добровольного, забрать тайно от хозяйки под каким-нибудь предлогом из его комнаты сначала лишь самое необходимое и ценное. В этот список попали керосиновая лампа, пишущая машинка, некоторые книги и камушки. Впоследствии большая часть этих камушков, естественно, пропала. По крайней мере, у нас нет 120 коробок. То, что осталось, ну, во-первых, чудо, что хоть что-то осталось, и большое чудо. Но то, что осталось, как кажется, можно сравнить с рассыпанной мандалой, имеющей историческое значение, но, видимо, потерявшей магическую силу, потому что никто уже не поручится, в каком порядке, какие камни лежали и насколько целостно. Ну, то есть ясно, что не целостно. Невозможно, конечно, сейчас уже найти прямую корреляцию между конкретным образом романа и каким-нибудь из оставшихся камушков. Хотя попытаться, конечно, можно, но, думаю, не очень перспективно. Когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда, в данном случае в роли сора камушки, ставшие источником вдохновения и творчества. Спасибо большое. У меня реплика и вопрос. Мне кажется, что он написал книгу Гоголя, «Мастерство Гоголя», основываясь на том же принципе. То есть он выбирал, подбирал и потом построил эту концепцию. Очень может быть. Вот. Очень может быть, просто «Мастерство Гоголя» он как раз как бы писал в конце 20-х, но она же вышла после его смерти. Поэтому, когда он апеллирует, вот говорит, что про роман, подчеркивает, что Москва написана вот методом собирания камешков, он не говорит про «Мастерство Гоголя», потому что оно не вышло еще из типографии. Очень может быть и скорее всего так. Это та же самая страсть. И вопрос о Клавдии Николаевне не заразилась этой болезнью, то есть она только наблюдает со стороны и не входит. Нет, Клавдия Николаевна, как настоящая правильная вторая жена, ему очень помогала. У меня не хватило времени, можно было бы еще много сюжетов здесь раскрыть, но она ему подавала камни, она пыталась искать и как бы понимала, что, в отличие от Надежды Яковлевны, или у Белого требования, может быть, были меньше, но ей казалось, что она понимала, что ему надо, и она пыталась ему искать и подавать эти камешки. Но ее поначалу очень раздражало, безумно раздражало, что он, когда брал камень, у него первый жест был, он заглядывал ему, его поворачивал и заглядывал в оборотную сторону, которая часто была хуже, чем та, которая вот как бы лицевая. И тогда она, как любящая вторая жена, стала, найдя симпатичный камень, подавала ему с самого начала оборотной, плохой стороной. И когда он поворачивал на лицевую, на лучшую сторону, он испытывал радость, и она тоже. У меня политическая ассоциация, которая, может быть, ну, во всяком случае для меня, проливает свет на вот ту часть, о которой ты говорила, когда он ничего не писал, а только складывал груды камней и с этим запасом уезжал в столицу. Мне все это напомнило типографский набор, который правильно собирается внутри себя текст и складывается как тайнопись, о которой никто не знает. Это зашифрованный текст. Один белый, то есть белый и его, хотел сказать, сокамерники по палате, да, вот, соседи, видимо, занимались тем же. Поэтому так трепетно и ревностно каждый относился к своему набору. А теперь уникум у вас рассыпавшийся набор. Рассыпавшийся, ну, в данном случае, я даже, если честно, я даже не хотела брать как бы сюда в качестве иллюстрации эту фотографию, потому что предполагала, что кто-то скажет про то, что же вы говорите про то, как Белый дорожил порядком, а сами рассыпали его. Но, скажем честно, рассыпали, конечно, не мы. И нам уже это все досталось, прошло много лет, а кроме того, Белый, когда... То есть очень странно, но есть разные... Странно проводить расследование по такому, казалось бы, мелкому поводу, но типа одного носка или коробочки камней, но как раз хочется. И в одном из писем, в каком-то из документов или в мемуарах Клавдия Николаевна пишет, что очень многие камни пропали и были рассыпаны детьми. И это была та семья, как бы там фигурирует тоже имя, которая фигурировала в процессе эвакуации, спасения камешков из вот этого как бы кучинского дома. Да? Здесь еще стоит обратить внимание на то, что два человека, спасшие эти камешки из кучинского дома, вывезшие, и Петр Никанорович Зайцев, и Леля Елена Васильевна Невейнова, очень близкая подруга Клавдии Николаевны, в 1931 году были арестованы и сосланы. И каким-то образом, и Клавдия Николаевна была тоже арестована, но скоро выпущена, да, в отличие от них, которые получили свои 3 года. Вот. И то, что эти камешки сохранились и были сохранены, несмотря на вот, как бы, то, что у людей были проблемы гораздо более серьезные, чем порядок в коробочке, это совсем чудо. Что действительно, Надежда Яковлевна не понимала, зачем просто вещи, такие камушки подбирают. Потом это становится ясно, когда он пишет: «Но мне милее простой солдат морской пучины, серый дикий, которому никто не рад». Вот он. Значит, он не умел, или не хотел, или не мог. Во всяком случае, он не объяснял глубинных мотивов своего поведения и своих высказываний. В отличие от Бориса Николаевича, который был в этом смысле человеком совершенно открытым, даже более чем открытым. По ходу. И поэтому, возможно, и поэтому у Мандельштама в разговоре о Данте возникает метафора рассыпавшихся драгоценных камней, как метафоры поэтического творчества, где каждая буква, буквально, да, это и есть вот этот камень. Поэтому, когда кто-то из коробочки вынимал какой-то камень, он разрушал стих. Это абсолютно точно. Я еще хотела сказать, если уже утыкаться... Да. Сохранились, да? Да. Я знаю, что в собрании шагинян сохранили. Все сохранили. Да, нет, все сохранили. У них была какая-то... Ну, все, кто мог. Очень многие. Да, вот Надежда Яковлевна сохранила коробку господина Монпассье с камушками. И он где, если не секрет? Есть у меня. Это давайте сравнивать будем. Нет, я хотела сказать, Мандельштам ведь в первый раз в 20... У нас же нет музея-квартиры Мандельштама, и не может быть. Ну, приходите к нам, будем сравнивать камешки. Вот. Дело в том, что Белый, Мандельштам ведь в 1933 году был первый раз в Коктебеле. Да. Это коктебельские камешки 1933-го года. Это коктебельские камешки 1933-го года. Вот. Да. Значит, нет, ну, конечно, не те волошинские, тех никто не сохранил. А до какого-то момента они, может быть, и были. А Белый считал, он уже был в 1924 году, ну, и был в 1933 вместе с Мандельштамом. И он писал, не то, что он просто говорил, он писал из Коктебеля, и Зайцеву, и Санникову, что Коктебель нынче не тот. Камешки померкли, камешек, в общем, короче говоря, сплошная серость. И, в общем, как бы проводил серьезный сравнительный анализ Коктебельского пляжа вот 24-го за десятилетие, как бы считая, что в 1933-м уже не так. Дело в том, что у Мандельштама вот это ощущение в следующем воспоминании о Коктебеле бежит волна волной. Это же воронежское стихотворение, воспоминания о Коктебеле. Из пенных лестниц падают солдаты, солдатов видных разбрызганы, разъяты. Ну это очень хорошо. Вот это. Да, здорово. Здорово, спасибо большое.